Началось все с хоровода. В интернациональном доме дружбы регулярно рассказывают детям о традициях разных народов. Очередная встреча для школьников была посвящена русским традициям встречи весны. Заодно отметили и Международный день птиц. В народе много поверий и традиций, связанных именно с птицами. Так говорят, что птицы на своих крыльях приносят весну. И у нас весна всегда начинается с того, что мы закликаем птиц. Призываем птиц, которые прилетают к нам с теплых краев и несут нам весну. Весной готовят особенную выпечку в виде забавных птиц. Их называют жаворонки. Это угощение, которое пришло к нам из Древней Руси. Оно символизирует начало весны и возвращение перелетных птиц. Именно его и сделали ребята на мастер-классе. Мы делали жаворонок, наверное. Понравилось тебе? Очень. А трудно было делать? Да нет. Так себе. Ребятам рассказали все о традициях. Каждый сделал куклу-мотанку в виде птицы. Славяне верили, что этот оберег поможет земле быстрее согреться после зимы и будет хороший урожай. Я первый раз такое делаю, потому что с технологией не дружу. Мне очень понравилось в Дом дружбы ходить. Тут очень весело и узнаешь очень много интересного и веселого. А что ты сегодня конкретно узнала? Узнала, что есть разные птицы интересные и красивые. Конечно же, было много игр. Хоровод «Ручеек» – это старинная игра-обряд, которая символизировала таяние снега. Солнце согрело землю, растаял снег, всюду побежали журчащие ручейки. Ребята веселились и заодно ближе знакомились с русскими народными традициями. Лучше синица в руках, чем жары в небе. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Специально для новостей Большого округа.